Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей Ильжино, и сегодня мы поиграем в Наиту, такую знаменитую игру, в которую я поиграю впервые. Конечно же, я знаю, что тут какие-то палочки, заклинания, сотни, и они как-то мило сочетаются, что можно сделать какие-то сумасшедшие вещи. Но сам я толком не играл и особо-то ничего не смотрел. Новая игра, исследуйте новый мир, получите ничем не сравнимые впечатления от Наита. Ежедневное прохождение, новый день, новый мир, что тут такое? Ежедневная практика. Давайте новую игру. Я просто обычный человек. Дайте мне вот хотя бы понять, что, во что я ввязался. Если вы вам понравится, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы я знал, что вам нравится, и продолжал снимать по этой игре прохождение. Потому что, ну, кто же знает. Птичка, яйцо, два яйца, три яйца, одно большое яйцо. Оно трескается, вылупляется, потекло. Что это? Клюв вылетел. Дракончик, не знаю. Отвалилось. Все еще солью посыпаем. Как делать яичницу за... Это уже как-то не пошло не по теме. Тут какие-то... Наида. Я уверен, киборги-убийцы во всем замешаны. Кто бы что ни говорил, они всегда замешаны во всем. Кстати, если вам нравится Наида, то... Мой друг Денис, с которым мы в Lethal Company играем постоянно, он гораздо больше у нее играет. Так, ВСД двигается, шопер. Стрелять, как там инвентарь открыть? Табом, да? Искровая молния, очаровательно сверкающий, но слабый снаряд. Расход маны пятерочку, а как у меня жезл? Значит, что-то случайно нет, заклинание использования 1, задержка заклинания 0.15, время перезарядки максимум маны 130. Скорость восстановления 35. Вот это, наверное, самые важные числа. Емкость 2. А, ну это, видимо, сколько заклинаний тут есть, да? Разброс 0 градусов. Ладно. Так, перезарядка? Какая еще перезарядка? F. С ноги так, на. И это инвентарь. Ну, в принципе, это таб. Таб мне как-то больше нравится открывать. На. 1-2. А это что такое? Тихо, тихо, я еще только начал играть, а я уже умер. Спокойно. Так. Что это такое? Что вот это такое? Бутыль вода? Ага. Ладно. Случайно, емкость 1. Ну это, конечно, начать игру и умереть. В принципе, наверное, по-наитерски. На. Умрите все. Не только же мне умирать. Не только же мне умирать. Так. Вот это вроде бы посох сияет таким вот светом. На. Все, гранат больше у меня нет. Это, видимо... Так, там какие-то сумасшедшие... Пацаны, дайте мне это золото. Вы мне его дадите? Так, ну, по-моему, там все умерли. В этой игре, как я понял, главное не торопиться, и все умрут. Так, вместе с посохом умерли. Вот это, конечно, блоха смерти. Плоха смерти. Пускай ты умрешь от бревна какого-нибудь по голове. Я просто хочу немножечко пожить. Так. Взять сломанный жезл. Что это такое? Этот жезл сломан пополам, но все еще скрыт волшебной энергией. Сейчас как жахну? Ну, жезл это, конечно... Давай сюда. Ого-го. Хедшот. Так. Слишком страшно у меня тут. Кровушка. О. Давай вот на... А, предметы на тройку нельзя, да? А, ушел.
Я предпочту их перебить. Оп, денежки собрать, все. А вот те, пускай они живут мирно и красиво. И меня не беспокоит. Так. А-а-а! Блохи. Так, ладно, живем. Что это такое? Наполняешь сюда кровью, и что-то случается. Назовем это так. Бутыль, просто взять. Выливаем воду. Как много я воды могу налить? А если я хочу, например, кровушкой запитаться? Крови. Реки крови. Так, меня вот эта блоха беспокоит. Умри, пожалуйста. Так, я вылил, что ли, все или... Ладно. Видимо, это был какой-то веселый эксперимент, который я не прошел. Так, так что, как говорю, в первый раз играю. Не знаю, что я делаю вообще. Ты что там с динамитами, я не понимаю? Ты больной? А! Нет! Нет! Псих! Дядя псих! Тушимся, не знаю. 4 хп, я буду жить. Ух, нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-не-не. Дядя с дробовиком. Гори, пожалуйста. Так, все хорошо. Все хорошо. Ну, как бы, если только не считать, что весь мир горит в труху. Так, там какой-то жезл или что это там? Горящий. О, горящая ампула. Взять. Что это такое? Это крошечный камень выглядит раскален, но если его коснуться, чувствуешь приятное тепло. На! Блин, а золото взяло и исчезло. А камень я что, бросил и все, и он исчез? Грустненько. А, ну, меня вот и... Причина смерти Хейхахурта, рукопашная. Прогресс. Всего смерти одна, найдено 3 предметов. Ну что ж, ладно. А что значит прогресс? А, это вот, видимо, бомбочка, искровая молния, то, что я узнал. Хейхахурта, убийца. Блохи-то эти. Так, Курайск. 184 врага, неплохо. Ладно. Давайте сыграем еще разочек. Мы же здесь для экспериментов, а не для чего-то там, да? А вот если пойти налево. Наверняка в этом... Так, а что это такое? Скачи... Ой-ой-ой-ой. А, это все мое? Хорошо. Очень хорошо скакивающий снаряд. Снаряд, урон 3, там, да. Жезл с гранатами. Вода, ладно. Вот тут можно просто вверх нажимать, и, в принципе, тоже летишь. Но вот выносливости не то чтобы миллион. Так, очень тут приятная атмосфера. Наверняка там можно куда-то в веселые места забраться. Ага. О,
взять. Что за яйцо? Покачивающее яйцо. Внутри что-то шевелится. А еще выше можно? Видимо, нет. Про это меня не предупреждали. Фигни кислотой стреляете. Причем такой прям едкой-едкой. Сколько вам убивать надо? А, нет, в принципе, можно убить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, давайте жить дружно. Ну, в смысле, я буду жить, а вы будете умирать. Так, минус глаз. Глаз раз или бомбы раз. Нет. Ага. Нравится? Вот и мне не очень. Даже боюсь представить, сколько эта кислота нанесет урона. Так, о, отъехал. Ха. Ну, возможно, там что-то они откопали, а возможно, нет. Вот это вот... Меня, конечно, беспокоит. Ладно. Шахты. Пойдем как люди. Так, что-то уже начало гореть. Как обычно, тут происходит какая-то вакханалия. Надо просто немножко подождать, и все умрут. Блин, ты-то откуда вылез? Я даже тебя не видел. Максимум маны 280, и у тебя миллионы же скачущих взрывов. Давай. Это какой-то мега-жезл. А, видимо, еще одно заклинание переставлять. Это надо только где-то между уровнями. Ладно. Так. Пока живой. Ну как, условно живой, 84% ты так просто не теряешь. Чего там взрывается такое? О, мостик. Красиво. Слышь, дядя Жук. Думаешь, я тебя не видел? Я тебя видел. А! О, дядя с динамитом. Это же Михалыч. Отдай мне свое золото. И ты мне свое золото отдай. Мега взрывы какие-то происходят. Что-то там горит. Взрывается. Все без меня. Так, дядя с динамитом. Кузьмич. Этого Кузьмича тоже мы грохнем. И этого грохнем. Хорошо. Так, что это, нажимная плита? Нет, это просто... Просто так. Надо закидывать все огненным дождем, и тогда все будет хорошо. Не можешь противиться безумию, возглавь его. Давай. У, не-не-не, о, чувак! Как там тушить себя? О, я потушил. Отлично, я профессионал. Ага. Это что, яд? А можно яд убрать от меня? О, вроде бы убрал. Так, дядя с дробовичком. А, ну он там просто сколпытился. Жизнь-то у меня все меньше и меньше. Не, Михалыч со своим дробовиком, конечно. Ну-ка, F. Полетела. Нефть. Так, там какой-то тоже мега-жезл. Что это такое?
Новый жезл, что это такое? Черная дыра, маленький шар пустоты, пожирающий препятствия. Максимум маны 750, но это, конечно, это неплохо, давай его. Но там только 3 заряда. Нет. Так, живем. Даже какое-то золото подобрал. Что это? Бутыль полиморфии. Установить и бросить. Правая кнопка мыши по предмету выпить. 100% полиморфин. Внутри что-то шевелится. Ну-ка. О! Полиморфизм. Я свой. Пацаны! При нахождении в форуме Сикусева Ламас. Вы мертвы, нажмите здесь или посмотрите статистику. Хочу статистику посмотреть. Что там по прогрессу? Скачущие взрывы, конечно. Вот этот дядя с дробовиком. Глаза вот эти. А можно их там... Какую-нибудь характеристики их посмотреть? Нет? Нет, видимо, нельзя. Рекорд. Посещено место одно. Ну вот это я впервые какое-то место, видимо. Или тогда место одно посетил, сейчас посетил одно. Ладно, давайте третий раз. На победочку. Сейчас соберемся. За яйцом мы не пойдем. Яйцо охраняют какие-то злые дяди. Поехали. Врываемся. Ящик, взрывайся. О, там мегапосох. Так, дайте-ка я встану сюда и... Угу. Заклинание использования. Так, Михалыч, пожалуйста. Или его надо назвать не Михалыч, а Тротилыч, потому что он с тротилом ходит. Так, я понял, они тут решили прям все. Нет. Что я там за... Что это за пенная вечеринка? Бутыль снега. А, вот вечно она меня. Так, наверное, это я зря делаю, когда тут можно уронить и взорвать. Кажется, что как-то медленно двигаюсь. Ай, 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 ай. Снегом засыпаться, нет? Ладно, в принципе, переварил. О! Охотник. Так, эти черви. Сейчас мы их тоже поприветствуем. Оп, оп. Ловко. Ну, как ловко. Наверняка смотрят и опытные игроки, и такие глаза кровоточат от моей игры. О, портал. Что, на пути к успеху, да? Что это такое? Выполнен вход святая... ты давай ныряй. О. Полное восстановление здоровья. Увеличен до 10, там 110. Заклинания обновлены. А это, видимо, которые... А сколько у меня денег? Вопрос, сколько у меня денег?
потому что золото я вроде собирал, а вот... Недостаточно золота, ни на что у меня. Я бомжатский, даже 110 нет. Что тут есть? Какие-то всякие шарики там, паутинки. Не пойми что. Человек не человек, а телепортация. Пузырики пускать, ну... Нет, так нет. Привлечение червей. Вы очень нравитесь червям. Щупальца мести. Получая урон, вы призываете кошмарное щупальце и получаете 25% сопротивления снаряда. Существа становятся более агрессивными друг к другу. Пусть будут все убивать друг друга. Звучит как план. Я за агрессию. На самом деле я за мир, но... Убейте друг друга. Что происходит вообще? Что началось-то? Где снег мой? Засыпайся снегом. Не помогает. О, вода какая-то. Больше ненависти. Ладно, я вроде бы выжил. Тихо. А, что ж ты такое кислотное-то все? Ах, отмылся. На 27 хп. Надо быть аккуратнее. Дали мне какую-то устойчивость к кислоте, например. Да, о, правильно. Пошла месила. Ну и я там добавил. На. Хорошо жахнуло. Летим. Летим. Ха. Изи. Полное восстановление здоровья, полное... Вы думали, я проигрывал? Это был план. Недостаточно золота у меня, конечно. Уж что это без бензопилы такие? Жезл, там пузыри. Опять мне вот эту яичко там дают с колечком. Гранаты. Прям видно, что и прыгающие снаряды, наверняка на 3 раза их разделяются. Денег у меня все равно ни на что нет, да? Ну и не надо. Замораживающее поле. Замораживает жидкости вокруг вас. Вы получаете артефакт, который позволяет воззвать к небесной ярости. Призыв Сяда Киви. Одноразовый эффект. То есть просто жас и убить кого-то. Вечное золото. Золотые самородки не исчезают. А вот это что? Смена... А, это смена бонусов, если тут... Не, ну... Воззвать к небесной ярости... Чтобы взять предмет... А, взять. Что это такое? На этом артефакте изображен небесный луч. Ну, могу жахнуть, если что. Я думаю... Там что-то начало разрушаться. Есть там что-то, какие-нибудь секретики? Наверняка есть. Ага. Это нормально вообще? На кого бог пошлет? Надеюсь на вас. Ага. Пацан, ты не хочешь, чтобы я вызывал к священной ярости, поэтому поверь мне. Так, опять что-то разваливается, что-то разрушается. Слышь, снайпера. А ну вот он, видимо, скатился. Снайпер-то уже не тот. У них ненависть друг к другу, так что пускай... О! Что это за экспериментатор? Слышь,
Блок, какой еще блок? Никакого блока мне. Не в мою смену. Кто-нибудь еще живой остался тут? Ага. Вот это был последний живой. Так, великий снайпер. Как бы он меня не грохнул с одного выстрела. О, а это что за... Не знаю что, но оно полетело. Что-то он меня... своим снегом там засыпается. Неплохо. А вот так ты можешь? Что-то... Я что-то слишком устал, чтобы взлетать. Лимонюська. Ну, еще 3 места я посетил. Что ж, максимальничку 120, да? Золото 160. Глубина 354 метра. Убито врагов 19. Слишком я пассивный был в этот раз. Они все убивали друг друга. Но на этом я и закончу. Что-то я нажал выход, и игра просто решила выйти. Ну, справедливо. Надеюсь, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся!